Я вас приветствую, город Брауншвайг, Германии, где сегодня у нас состоится два концерта с нашими друзьями, оркестром Вена-Берлин, состоящий из 10 музыкантов Венского филармонического оркестра и 10 музыкантов Берлинского филармонического оркестра, с которыми у нас уже творческая и близкая дружба уже больше 6 лет. Этот тур отложенный и, так сказать, разбросан по гастрольной карте на несколько периодов. Сегодня у нас Брауншвайг, два концерта по 50% зрителей. Завтра у нас Кёльн. Это те концерты, которые должны были состояться в апреле месяце под наш диск, который мы выпустили на фирме Deutsche Grammophon, состоящий из концертов Шостаковича, Шнитке и Лютославского, вариация на тему Паганини в переложении Александра Варенберга для фортепиано и камерного струнного оркестра. Настроение потрясающее, гастрольное, необычная история с двумя концертами. Я много раз говорил, что несмотря на, наверное, физическую трудность, но второй концерт, как правило, получается совершенно другой, несмотря на то, что это то же самое произведение, но для другой публики. Потрясающее настроение внутри оркестра, давно не виделись, наконец-то мы вместе на сцене, играем наш любимый репертуар. Скоро увидимся с Венским филармоническим оркестром в Вене, где мы будем исполнять с Валерием Гергием второй концерт Прокофьева. Также я буду исполнять ресайтл, сольный концерт с потрясающим Юлианом Рахлиным в Мюзикфирайне. И потом мы отправляемся в азиатский тур, который состоится с Венским филармоническим оркестром по Тайвань и Япония. Корея и Китай перенесены на будущий год, но Япония и Тайвань состоится точно. Так что, в общем, все это, безусловно, очень волнительно. И хочу вам передать немецкий привет и выйду, безусловно, с вами на связь еще неоднократно. Важный концерт.